Общественность и СМИ продолжают задаваться вопросом, где же все-таки старший из братьев, Тамерлан Царнаев, мог поддаться влиянию радикального ислама? Случилось ли это во время его полугодового визита на Северный Кавказ или же в США, где он проживал последние 10 лет? Или, как предполагают некоторые СМИ, где-то в третьих странах? В данном случае имеется в виду Грузия. Некоторые источники утверждают, что Тамерлан посетил и эту страну во время своего последнего приезда в Россию в 2012 году. Данные предположения подогреваются недавними высказываниями премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили. Политик считает, что предыдущие